Обсуждались различные предложения как от поставщиков с Российской Федерации, так и продолжение работы по поставкам из альтернативных источников. Стоит задача на следующей неделе сформировать сырьевой пакет для наших заводов, для того, чтобы они стабильно и на эффективном уровне работали весь второй квартал, обеспечивая не только внутренний рынок нефтепродуктами, но и выполняя свои контракты на внешнем периметре. Цена на нефть – это вещь такая, которая зависит от рынков, от обстоятельств, связанных там с огромным количеством факторов, поэтому в абсолюте цену не называют. Это же, скажем так, формульное ценообразование. И, соответственно, будем вырабатывать, безусловно, решения по наиболее эффективным ценообразованию.